Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе города Хоиранской провинции, Западный Азербайджан, в результате, по предварительным данным. Погибли 3 человека, около 450 получили ранения и травмы, сообщают местные СМИ со ссылками на данные властей. Первый толчок произошел в субботу около 22 часов, эпицентр залегал на глубине 7 километров. За ним последовало более 20 афтершоков. В социальных сетях распространяются многочисленные фотографии и видео с разрушенными домами в различных населенных пунктах провинции. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана увеличилось до 580 человек. Об этом в воскресенье сообщил губернатор провинции Матамедян агентству Young Journalists Club. Матамедян также отметил, что по первоначальным оценкам землетрясение нанесло ущерб 2 городам и более чем 70 селам, разрушения составили от 20 до 50%. Также было несколько ударов беспилотников по заводам в Иране. Сообщается, что беспилотники прибыли с израильской авиабазы в Азербайджане.